Зона повышенной секретности. Местоположение неизвестно. Три попытки побега. Он невероятно опасен. Открывайте люк. Здорово, придурки! О, он сбежал! Найдите его, схватите! Не жалейте людей! Он чист, лейтенант. Ладно, поехали дальше. Кого они искали? Меня, идиот! Пукни один раз или моргни! Марк, что ты такое и откуда? Окей, буду краток. Меня зовут Марк, я попал в плен, и меня хотели расчленить. Не ссы, все реши. И Джефф, поехали, спрячу тебя у бабули. Лишь бы ее удар не хватил, если увидит меня. Да она слепа на оба глаза. Не-не, спасибо, я жить хочу. Отправляются в путешествие. Есть правила поведения в обществе, есть манеры. Ух ты, вот это булки. Что ты сказал? Да я ничего. Ладно, ладно, все, держу себя в руках. Зачетные булки. Это мой племянник, он немного... Красивый? Дебил. Где обезьян? Они никогда не оставят нас в покое, Джефф. Но, пожалуйста, пожалуйста, дай мне тоже порулить. Упс. Я Саманта. Посмотрим мы твой стартер. Мой тоже посмотрим. Что? Эй! Марк и Джефф спасают мир. Нам нужно выбираться отсюда как можно скорее. Окей, и у тебя есть план? Твой план — стоять и тупить? Смотрите в онлайн-кинотеатрах по версии «Кураж Бомбей».